на канале Дмутрозы. Сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Эрих Зан. У меня изменился телефон, поэтому некоторые персонажи, ну точнее все остальные, кроме Эриха, мне уже недоступны, но в скором времени они мне будут доступны, поскольку я буду получать вот прогресс каждый день, и мы по итогу можем купить даже клоуна, которого я не покупал. Ну и давайте начинать. Сегодня мы будем проходить с Эрихом на легко главу с пластинкой. Я не знаю, как она вообще там называется, но мы ее сегодня будем проходить, ребят. Так, загрузочка, все пошло. Это мы пропускаем. И погнали. Графика у меня на высоком уровне, поэтому все будет окей. И я извиняюсь, потому что я еще не выздоровел. Можно даже так сказать, не вылечился. Кстати, интересный баг, что можно ходить во время того, как мы открываем люк. Да, но после того, тут у нас кнопочка исчезает, и мы это пропускаем. Так, я извиняюсь еще раз. Мы заспавнились, берем кирпич. Эриха пока что я не наблюдаю. Мы сейчас нашумим. Да на! О! Детонатор выпал, но я не хочу. Пожалуй, а то он нам сегодня не пригодится. Бац. И погнали активировать главу. Как она называется, я вообще забыл. Лист, точнее. Который у нас называется Одесса, что-то там. Так, новые предметы появляются на карте. Это все прекрасно, это все прикольно. Проводка здесь нет, к сожалению. Ну и на том спасибо. Зато здесь есть. Мы это запомним. Так, Эрих. Кстати, этот гаденыш Эрих чувствует, где мы. И ходит в том направлении, где мы. Вы, конечно, не поверите, но это так и есть. Это чертовски непонятно и очень тупо. Со стороны разработчиков и вообще. Так, Эрих, Эрих, Эрих. Так, он туда пошел. Но мне нужна книжка, во-первых. Так. Этот гад только тут и ходит. Мечется. И чё, Эрих? Чё мне делать? Надо было, конечно, выскочить сейчас. Но я бы для начала его кожурой долбанул. Кожурка. Да на. Есть контакт. Вырубился Эрих. Старичок наш. Книжка у нас здесь, да. Книжечка у нас здесь. Успею ли я? Опа, успел. Прекрасно. Сюда ее, да. Мы ложим, и у нас открывается шкаф. Прекрасно. Нам также нужен ключ от этой шарманки. И Эрих такой наглый, конечно, тут будет крутиться сколько вообще захочет, но ничего, мы его тут кожурками сейчас закидаем, и все будет окей, я надеюсь. Я вот страшно ненавижу сидеть в засаде. Это просто я ненавижу в хоррорах. Так. Еще раз извиняюсь. Так. Да чё ж ты там ходишь, я не могу понять. Уходи оттуда. Бомж, блин, в канализации живет. Да. Так.
Молодец. Спокойно, так. Эрик здесь. Он гад чувствует меня. Да на, отдыхай. Он меня прямо чувствует. Со всех сторон. Это вообще не круто, мне кажется. Да. Здесь ящики не поменялись. Вот здесь, а вот здесь вот как раз-таки поменялись текстурки. Разрабы говорили. Уходит? Да нет, блин, не уходит. Чё я обрадовался-то? Есть кирпич зато, чтобы деда успокоить. Сейчас сюда повернет, вы только посмотрите. А, нет, слушай. У него траектория немножечко. Да на! Тихо. В раю. Так, 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 так. Ключенцы. Мне нужен ключик. Вот он, сладенький. Но мне как-то не хочется выходить. Для начала хочу его наказать, этого деда. Покарать. Сюда. Да на. Во. Кстати, разрабы походу баг исправили, где Эрих не падал. Это, конечно, прекрасно. Это очень прекрасно, что его исправили, а то баг иногда надоедал и портил игру. Так, это мы открываем сейчас быстрячком. Здесь ключ бросаем, конечно же, Эрих проснулся, сейчас сюда прибежит. Ну ничего, ничего. Или нет? Давайте лучше подождем, пока он уйдет подальше туда, где кожурки. То ему что-то не очень доверяю. Угу. Да берись ты. Окей. Так, куда это я вообще забрел? Ставим, положить и активировать. Автомат включен, и осталось только засунуть пластиночку, которую сейчас мы как раз-таки и засунем. Так. Эрих. Где ты, Эрих? Чё ты там прячешься? Это наш шансон. Берем кожурку. Да здравствуйте. Чё с тобой, Эрих? Он не понимает, где я, вы видите? Да. Эрих уже не тот дедушка, который был. Да, Эрих? Эрих. Мы же с тобой друзья, да? Эрих. Эрих. Только пластиночку поставлю, и все, ты ж меня не тронешь, нет? Ах ты моя умница. Иди гуляй. Я тебе даже пить разрешаю. Так. Эрих. Эрих, ты ж такой хороший. Да блин! Эрих, твою налево, это что было? Сейчас я тебе кирпичом как по башке даю, и все. Минус один Эрих. Всегда помните, когда вы даете по голове кирпичом Эриху, в мире плачет один Эрих. Будьте добры, не бейте Эрихов. Угу. Да на! Отдыхай, пердун.
Так. Погнали. Почему у меня там писало, что автомат выключен? А почему так темно стало? Что-то, ребят, вообще как-то не очень, потому что на моем телефоне снизилась старая пластинка. Положить, ребят. И мы активировали новый замочек. У меня, короче, яркость уменьшилась немножечко. Ну, как немножечко. Телефон сам уменьшил яркость. Не знаю, с чем это связано, но... Все же, ребят, мы открыли новый замок. Прогресс сохранен. Найдите следующий музыкальный лист. Мы, в следующей серии будем проходить эту главу с кроликом, либо же будем проходить новую главу с Эрихом. С вами был Ядмут Розы. Всем удачи, счастья, добра. Всем пока-пока.